Движение для меня – это основная составляющая жизни, стремление преодолевать себя и добиваться поставленных целей. Индивидуальность – это как отпечатки пальцев, но оставленные душой на ткани мироздания. Это то, что ты делаешь лучше всех, хотя бы потому, что делаешь по-своему. Быть фанатом своего дела, быть приверженным своему делу, потому что если этой основы не будет, все остальное как бы сложно будет достичь. Никогда не останавливаться на достигнутом, а всегда совершенствоваться и расти во всех направлениях.